这样，老板的定位是把那边的产品，就是危险化学品，搬迁到这边来做，我们会把那个渠道要扩宽。因为这里的我们这边会生产那些家居用的清洁用品。因为我们不，他的意思是，这边是车间，那边是仓库，这个设计是一样的吗？哦，跟那边的设计是吧？差不多。总体功能肯定是一样，但是来说这边是比那边大。产能比那边大概похоже конструкция, 但是по фото, да, похоже. Ну, больше будет, да? Современнее. Современнее и более... Делал офис. Окей. Офис. Это будет офисное здание завода нового, а там дальше будет лаборатория, лаборатория. Да, я фанул. Лаборатория. Это вот четырехэтажное здание, это будет лаборатория, получается, которая за ним, а это офисное здание будет. Здесь будут складские помещения различные. Это все вот завод новый Биобэнк. То есть все, где мы находимся, вся территория полностью, все здания, это вот территория нового завода Биобэнк, который будет запущен в следующем году. Здесь за мной складские помещения находятся, а передо мной находится, еще раз напомню, офисное здание получается и здание лаборатории. А сам завод непосредственно, видите, там дальше реактора. Уже мы видны. Сейчас мы их подойдем к ним поближе, маленько посмотрим. То есть вся территория полностью прилежит одной структуре, которая будет здесь делать тоже продукцию Биобанк, в том числе и моторные масла. А мы сейчас идем как раз в то место, где конкретно будут делаться, производиться, вернее, блендинг моторных масел. Там реактора уже смонтированы. Вернее, не реактора, вернее, смортированные резервуары для хранения базовых масел, присадок. Это целая делегация у нас собралась сегодня. Слава богу, что есть Яня, она переводит нам, помогает. Ну, масштабы, конечно, да, такие прям основательные. А, да? А. Так мы и ходим. Лаборатория. А вот это четырехэтажная лаборатория. А там, наверное, общежитие у них было. А вот в ряд там цеха. А, вот это блендинг, по идее. Вот для масел. Для масел. Ага. 500 тонн базовых масел. Сколько они, черт, 500 тонн? Каждая, да? Резервуар включается в несколько емкостей, самая большая 500 тонн, есть по 200, есть 100 тонны. Ну, в общем, тут такой парк неплохой по размеру будет. Этот цех полностью будет посвящен блендингу масел, моторных, именно моторных масел. Ну, моторный, трансмиссионный, смазочный материал, в принципе, вообще любых, ну, что касается. Реактора уже, наверное, монтируют там, скорее всего, я так понимаю. Сейчас посмотрим, поближе подойдем. Нет, реактора еще не монтируют, тут просто пока еще готовят проводку всякую разную, так, так далее. Духи всякие, отдушки, все, что брызгается, косметика брызгающаяся вся, она тоже будет производство там, где опасно. Так они говорили, что только в один этаж можно, у них у самих второй этаж. Не будешь, что Бейсинхин жена ид ханлоу, шиди жан лимен да ханлоу. Перегородки нет уже, просто зато имеется в виду, что Саша, надо перегородка, да. Это замута. Да, главное, да. Снаружи, чтобы было как один, да, а внутри, да, можно хоть антресоль. Да, 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 да. Да, да, да. Это не второй. Ну, я понял. Там вот не закрыто. Что было, не набьем, короче говоря. О, все, вот есть что-то, что, да, не закрыто. Да, да, да.
по сути-то это два этажа. Коробок, я слышал, в день? 40 тысяч коробок лучше? Может, штучек? Нет, коробок. 4万到5万瓶子还是4万到5万箱箱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 箱
производство может быть. Умножить на 21 рабочий день 25 миллионов канистр в месяц. Высокоскоростная линия производства. Капец. Это когда не масел касается, касается химии. Химии, да. Если масло 25 миллионов канистр. Такие объемы колоссальные, это касается химии, потому что мы реально видели, химия, она везде продается там, поэтому, конечно же, потребление здесь колоссальное будет по биобанку, если учитывать то, что проживает, что-то 1.5 миллиарда, да? Ну да. 1.5 миллиарда проживает, и каждый десятый будет пользоваться, вот уже тебе добирается. Поэтому здесь остается достаточно места для самопроизводства. Это, кстати, специальная противовзрывная стена, она не позволяет, если будет какой-то, не дай бог, вдруг взрыв, спасти жизни там людей, которые будут за ней. Там бойлерная будет, короче, я понял, понял. Да, да, да. Да, понятно. Наоборот, стена защищает оттуда от взрыва. Все, я понял. Здесь стоят подземные резервуары, поэтому не видно их здесь надземные. Это underground резервуары подземные, их много. Они очень большие. Аня, спроси, пожалуйста, какие подземные резервуары, какой емкости здесь стоят? Подземные, underground. Чтобы нам кто-нибудь все-таки завтра дал ликбез по производству масла. Сейчас договариваюсь. Вот еще одно тоже большое помещение производственное. Тут это считается как один этаж тоже, потому что однообъемное помещение. Тут можно выпускать опасные продукты, типа там взрывоопасные, химически опасные. Потому что однообъемное строение. Не важно, что тут есть перегородка, это не важно. Главное, чтобы один объем был. Вот красная труба, это для противопожарной системы с водой, а голубая с пеной. А это противопожарная система именно конкретно, ничего себе, даже лампочки противопожарные специально такие ставятся здесь. А в случае какого-то там ЧП, они выживут эти лампочки. Это не трубопроводы еще, которые нужны для производства конкретно, смонтировано. В первую очередь смонтирована система безопасности. По красной трубе, насколько я понимаю, вода для тушения, а по синей трубе пена для пожаротушения. Очередное тут помещение, такое же примерно, ну такое же точно, как предыдущее. Тут такие, кстати, красивые места вокруг, горы. Почти наш горный Алтай начинается. Там, я думаю, что дальше еще высокие более горы становятся. Потому что мы ехали, и все по нарастающей было, все больше и больше. Серьезные такие фермы стаканы здесь, где будут трубопроводы, потом в итоге находиться сверху будут проложены
потому что, естественно, все будет это все автоматизировано, это все будет стоять везде на задатчики, расходометры и так далее. Само собой разумеется, здесь все будет автоматизировано по полной программе. От и до. Там видели, какое офисное здание, которое показывали с левой стороны, первое четырехэтажное, это будет, не, по сути дела, не офисное здание, это будет центр управления. Там будет, получается, находиться пультовые, как у нас на Танеке мы с вами видели, примерно то же самое. Так что, как-то так. Я даже не стал вытаскивать камеру большую, стационарную, потому что мы и так все показали здесь. По большому счету тут нету производственного цикла еще никакого, потому что только строительство завершается. Но вы и так все сами видели и понимаете объем и размер. А, здесь это логистика, логистические уже помещения, здесь будут склады находиться. Кстати, здесь вся глина лежит, которая глина вот здесь, это все будет озеленение. То есть это не просто, например, будет утрамбованный, закатанный в асфальт. Вся вот эта глина вокруг по периметру помещений, всех зданий складских, это будет все засаживаться деревьями, там, засаживаться, чем они там засаживают. Чего глина растет? Интересно. Это, может быть, местные кустарники, пальмы всякие. В общем-то, все будет у нас... То есть тут еще и красиво будет. Красиво, да, потому что, ну, странно, да, было бы все это. Вернее, логично было все это закрывать в асфальт нафиг полностью, да. А китайцы, видите, они решили, что немножко природы, которая вокруг, и перевести сюда на производство. Это правильное решение, в принципе, логично. Потому что будет очень красиво в тандеме с тем, что вокруг, да? Да, да, да. Эти вокруг горы прикольные. То есть все полностью по периметру. Вы видите, у каждого здания по периметру есть такая небольшая отслойка, примерно метров по 4, наверное. Она вся будет в кустарниках, там в траве. Все будет зелененькое, красивое. Ну, сами видите, да, объем, масштаб. Еще раз напомню, что это все обошлось где-то примерно им 40 с лишним миллионов долларов примерно строительства. Может быть, это возможно, они называли цены без под ключ оформления с оборудованием. Хотя, ну, короче, нормально так по деньгам. Вот видите, листочки такие синенькие лежат на столе. Это заказ наряды. Этих тут просто огромное количество, там тысячи. Когда китаец приходит работник на завод, чтобы заступить на свое рабочее место днем, утром вернее, ему дают такой заказ наряд. Он его выполняет, соответственно, подписывает вечером, его приносит начальству своему, отчитывается, и после этого там в конце месяца ему считается расчет заработной платы происходит. Такая схема работы здесь. То есть каждый пришел на работу утром, дали тебе такой синий листочек. Ты его положил в карман, в конце работы его заполнил, что нужно заполнить, отчитался, типа работу выполнил.